В настоящий момент я планирую назначить исполняющих обязанности. После того, как я назначу исполняющих обязанности, при всем уважении к людям, которые отдали городу свое время, силы, опыт, я имею в виду господина Крупского, госпожу Лозенко, госпожу Зайцеву, они будут уволены. Будут назначены на их места исполняющие обязанности. После этого мы проведем кадровый конкурс, в том числе с привлечением общественности. Мы привлечем рекрутинговые компании. И я думаю, что с учетом обещаний программных нашей партии о том, что мы будем включать социальные лифты, мы будем набирать новых незапятнанных людей. Спасибо. Сейчас уже есть конкретные фамилии. Санжара, Старооскольцева, госпожа Дедятковская. Это члены нашей партии, профессионалы, люди, которые показали себя в работе. Поэтому это уже кандидатуры, которые рассматриваются. А Шибанов? Шибанов нет.